Привет, народ! Всем привет! Ну что, мы выехали. Выехали на двух шерпах в Архангельскую область, на Кужозеро. Дорога обещает быть болотистой, жижистой, то есть веселой. Будет около 10-12 вездеходов, совершенно разных. Будут и самодельные, будут и серийные вездеходы. И вот эта организованная толпа поедет вся на озеро, на рыбалку. Так что будем ловить крокодилов. Рыболовный магазин Fishing Shop Pro нам собрал огромный ящик блесен, вертушек, колебалок от компании Микадо, незацепляек и прочего. Много резины. Короче, будем ловить, пробовать. Короче, пока все не попробуем, никуда туда не уедем. Да, а что у нас получится? Смотрите видео. Итак, пошел первый день путешествия. Посмотрите, я какой гладенький. А у меня уже идет 8-й день путешествия. Посмотрим, что будет на обратном дороге. Все, ребята, едем. Спали мы, ребят, Мишка 1.5 часа, я 2.5 часа поспал. Короче, едем как зомби. А это еще только начало пути, ехать нам 1200 километров до города Северо-Онежск, где все будут собираться, и оттуда завтра уже поедем. Буду пить чай торчок, чтобы не уснуть. А Мишаня пошел спать как раз. Я буду готовиться. Я пью торчок, а Мишаня сачок. И сачок, я готовлюсь к пробегу. Да, сейчас он часика 3-4 поспит, потом я буду спать. Так и будем. Так и будем по маятнику. 3, потом 4 часа, потом 5 часов спать. Едем, не надо загадывать. Вот, ребят, в машине теперь мы спим вот так. Вот тряпочный енот, пожалуйста. В ножки вытянул, ручки спрятал в тряпочке и спит. Более-менее со спальным местом в машине решили вопрос. Кстати, ребятки, заметили вы, нет, не знаю, у нас новое стекло стоит. Без трещинок, без сколов, совершенно новый. В Архангельскую область. Так, без страховочку. Угу. Боится кисти? А, лично. В телефоне у меня. Да ну и, конечно, куда? 1200 ехать, куда пить-то? Да, все хорошо. Держи, командир, посмотришь на ютубе нас. На охоту? Ну, на рыбалку мы сейчас едем. А так охота, рыбалка, приключения. Куда на охоту рыбалку? На Кужозеро. Все, счастливо. Так, ребятки, ну что, мы остановились на заправочке и... Я вам грозился показать тундру. Вот такая вот. Вот такая вот зверюга с нами едет. Посмотрите, какой мишка на капоте. Красота. Мишка вообще добрый. Рельефная аэрография. Она имеет рельеф, видите? Вот такая красавица. Ну и железный шерпи. Пока он в стоке, но скоро он поедет в Жуков гараж и станет модным шерпом. Такая вот мамка-медведица с медвежонком тут идет.
Ну вот и счастливый обладатель этой тундры, это Андрей, он с нами будет в этом походе. И есть еще один Андрей. Мы вас с ним потом познакомим попозже, он бежал куда-то там по пыси. Ну что, в общем, мы двигаемся и будем делать для вас офигенное видео. А, ну вот как раз подошел еще один Андрей. Говори здрасте. Я вас приветствую. На канале, да? Привет из Ростова-на-Дону. Вот, ребята из Ростова-на-Дону приехали. У них сейчас плюс 30, у нас сейчас плюс 8, а мы едем туда, где вообще будет плюс 2, ребят. Сделаем из этих южных горячих парней немножко отморозков. Вот наш Мишутка устраивается. Я не Мишутка. Лежбище себе делает. Я багажный енот тряпичный. Да. Тряпочный енот. Так. Так. Ребятки, проезжая мимо Переславля-Залесского, Юнус, если смотришь, привет тебе большой. Юнус — это тот человек, который нам в прошлый раз, когда у нас оторвался фаркоп в Переславле-Залесском, помог. Короче, выручил он нас хорошо так. Так что спасибо тебе и привет. Ребят, сейчас был танк, постамент, это родина Кошкина, конструктора танка Т-34. Так, ребятки, мы подъезжаем к Ярославлю. Вот Ростов прошли, и уже до Ярославля 65 километров. Встретимся там с диджей Игриком, диджей Игрик Кладоискатель. Это тот человек, который меня заразил вообще копом. Вот. Подарим ему подарки и поедем дальше. Ребятки, хотел вам показать одну прикольную штуку. Раньше чай мне Мишаня наливал, когда я за рулем был, потому что ну самому неудобно ничего. Сейчас я делаю вот это в такой вот термокружке. Очень удобно. Раз, открыл. Попил кипяток. Закрыл. Это фирма Tiger, японец. Город Осака делает, корпорация с 2003 года, насколько я знаю, не выпускает. Уровень зажируши, грубо говоря. Вот. Зажируши у меня был, но он и есть, в принципе, но сейчас мы пользуемся. Вот, вот еще один двухлитровик у нас как раз теперь будет. Вот такой термос. Очень удобно, потому что нам на день не хватало раньше 1,3 литра. Вот у нас был термозажируша 1,3 литра. На день не хватало. Сейчас будем двухлитровиком пользоваться. В принципе, все это можно будет приобрести в магазине кемпинг.ру. Для подписчиков канала скидочка 5%. У них еще очень много интересных всяких вещей. Я по ходу вот этого похода несколько вещей вам покажу. Ну, заодно есть, которые мы уже проверили, испытали, есть те, которые мы сейчас будем в походе испытывать вещи. Вот. По результатам испытаний мы вас о них тоже расскажем. Как-то вот так вот. Может, полезные. Также это вот одежда Баффин. Очень удобная для дороги. Жилеточка, брюки у нас, новые костюмы. Именно вот в дороге, пока мы едем в машине, мы используем эту одежду Баффин. Тоже в магазине Кемпинг.ру представлена и обувь, и одежда Баффин.
на первый вот взгляд очень приятная, очень, она очень гладкая, с нее слетает вся грязь, пыль просто вот так вот рукой раз смахнул и все. Ну и в то же время теплая достаточно. Так, мчимся, несемся. Давно я в Ярославле не был на окружной. Дорогу сделали. Здесь же вообще бомбежка была лютая. Невозможно было ехать. Колеса оставляли машины. А сейчас хорошо. Не знаю докуда, но вот с поворота сразу нормально все. Здорово, мужики! Отбалансируйте колеса! Так, а где у нас машина эта вторая? А вон она. Ребят, не берут нас на шиномонтаж. Говорят, станка такого нету. Ну что вы, как ваши спины? Могучие, богатырские. Наши едем, нормально наши. Не понял, кто тут в ненормально едет? Я вообще смотрю, Мишаня спит, я его не вижу. Мишаня там в тряпках плотно зарылся. Это кто-то подъедет сюда, да? Да. Так, ребятки, ну вот, встретили мы Игоря, диджей Игорь, заходите к нему на канал, смотрите. Ой-ой-ой, кто у вас там живет? Мальчик живет? Копарь, все, теперь все это самое будет просто перекопано. Да. Перекопано. Будет опыт кому передавать, да? Да. Все, отлично. Так, ну что, у меня есть для Игоря небольшой подарок, сейчас я его буду вручать. Мишка у нас в тряпках спит. Спит, что ли? Серьезно? Спит, да. Вон, загляни. Спинать его. А, ну ему при... А, он просыпается уже. Мишань, ты просыпаешься? А? Здравствуйте, товарищи. Здорово. С добрым утром. А вы уже... Давай, расхаживайся, просыпайся, я буду спать. А вы уже Ярославль проезжаете. Я вот уже сомневаюсь, что такое. Утро это. Уже Ярославль. Так, ребятки, будем... Ты к Архангельску, что ли, подготовился там, родичный? Что-то вообще его не узнаю. Слушай, ты его откормил, что ли? Ничего не понимаю. Откормил? Он что, хомяк у меня, что ли? Нет, серьезно, вообще... Да я опух просто, знаешь, опух. А, ты опух. Опух. В тряпках спал, опух. Так, Игорюк, держи. О, спасибо, спасибо. Гриль. Будем теперь... Вот О-гриль, да. Это вот маленький гриль, который мы пользуем. Кстати, очень хорошо себя показал. Мы уже на нем и лепешки делали, и прочее. Единственное, что надо тебе купить сюда... Сосисок? Нет. Коврик, такой есть коврик из тефлона, он не сгораемый, понял, ничего. Типа противень. Да, он только мягкий, ну такой гнется. И вот его прям кладешь, гриль чистый остается полностью, это самое. И жарится отлично. Будем испытывать еще, да? Будем испытывать. Так, будем, и вот тебе еще горелочка. Это газовая горелка, которыми мы пользуемся, как раз их можно там же, кстати, и купить тоже. Ссылка в описании. Да, ссылочка в описании. Но это О-гриль. Все знают эту ссылочку. Можете по ней перейти. Вот этой горелкой мы как раз и пользуемся. Так это же шайтан огонь. Да. Турбопечка. Да, чтобы это самое... Тебе как раз все это компактно. Конечно. Чтобы ты мог раз положить там сырые сосиски, чтобы не кушать. Чтобы это уже для пельменей. Не фонтанировать после них. Для чая и для пельменей. Ну, Вот такие вот дела. Спасибо. Ну, не за что. Я, ребят, в свою очередь, ребята в экстремальных условиях всегда ездят и вообще испытывают экстремальные такие ситуации, чтобы у них был оберег в шерпе. И пусть будет это такой вот красивый крест. Красивый. Красота. Его можно повесить. Красота. Спасибо. Спасибо, Игорь. Будет оберег ваш.
Смотри, Мишаня какой. Да, мы его разместим в вездеходе, да, повесим, и будем теперь под защитой. Да. Ну и сами плашать не будем. Да, да, да. Так что, ребят, видите, как все складывается. Все, мы вроде бы пообщались, поговорили. Принцесса. Помаши ручки тут, Паша. Помаши ручки, скажи всем. Пока все. Ой-ой-ой-ой. Расстроилась, куклу не подарили. Я же не знал, что она будет. Все, Игорек, спасибо тебе за подарки. И вам спасибо. Вот. Заходите к Игорю на канал. Прокоп очень много интересного. Чердачный коп, да, заходите. Чердачный коп, он лютый чердачник. Можем. Могем. Чердачный пират. Да, точно. Вот. Все, поехали мы дальше. Время не ждет. А у нас еще тысяча километров дороги. Как, вот, ребят, как, проехал 100 километров и опять спать пошел. Смотри. Красиво, Василий туда лазит, никто не видит. А как видишь, кто туда лазит? Все смотрят. Вы смотрите. Давай, давай. Это твое самое любимое место. А твое не подлежит. Балластируют машину, ребята, чтобы зад чуть-чуть пригрузить. Река Сухона. Ребят, дорога тут жесть, конечно. Как после бомбежки, уже километров 70 так едет. Проводник, чаю. Ага. А Мишаня спит, он устал спать, уже у него бока болят, бедный жалуется. Я говорю, пусти меня за руль. Ага. Подожди. Рассказывай. Вот, ребятки, заехали в Няндому. Всем подписчикам. Из Няндомы привет огромный. Мы, ребята, до вас добрались. Да, ну честно сказать, сначала с трудом выговаривали. Мы еще не то самое, спим на ходу, а еще и Няндома. Ну вот. Ничего, мы потренировались, у нас да. Получается Няндома. 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 Такой, в общем, теплый. Всем из Няндомы, подписчикам, привет большой, огромный. Мы едем дальше, в Каргополь дальше. Или Каргополь. Я не знаю, как говорится правильно. Вот в комментариях меня поправьте, кто знает. А дальше Северо-Онежск. И там уже будем стоять. О, ребята, мы уже близко-близко, рядом-рядом. Плутаем тут что-то какие-то. Навигатор с ума сходит. Такой мост здесь с привидениями. Туманище вообще лютый. Речка Онега. Ну, народ, после такой дороги хочется только одного. Как вы поняли, нам обоим очень сильно хочется спать. Вот у него совесть есть, нет? Скажите мне. Из 1200 километров он проехал 200. А спать нам обоим хочется безумно. Из этой дороги, которая длилась 18 часов, Михаил Юрьевич проспал, ну, минимум 8. Вот. Выехали мы в 6 утра. Он сразу лег спать. 3 часа спал. Потом проехал 200 километров. Полдороги я с ним посидел. Потом он опять спал. Проснулся только часов, дай бог, в 8 вечера. Не, ребят, на самом деле Васильевич у нас... Вот сейчас, сейчас у нас уже полпятого. Совершил мега-подвиг. Ой, ну это не мега-подвиг. Да не, мега-подвиг. Просто Мишку сегодня по дороге, у него климакс какой-то случился. Вот. Да, климакс мозга. Вот. Он у нас сегодня... Сегодня тупил безбожно, его обгоняли все газели, все фуры, все, блин, обгоняло. У нас уже вторая машина спрашивала, есть ли у нас вторая передача в машине вообще. Может, на нее переключимся и поедем. Вот. Короче, я не выдержал, не стал спать и поехал сам. Вот. В принципе, результат, в принципе, был бы тот же, если бы Мишаня поехал. Но мы бы просто дольше бы ехали. Вот. А так мы, короче, добрались. Все нормально.
И мне точно 100% честно хочется очень спать. Вот. А Мишаня будет сейчас от меня отгонять мух. Да ладно, шучу. То я уже смотрю, это самое. Ура, я сегодня... В клавиатуре потянулись грозные комментарии писать. Ура, я сегодня буду спать в тепле. Да. В тепле буду гонять мух. Да. Я вообще не шучу. Ай, блин. А где ты сейчас мух возьмешь? У нас есть банка с опарышами, ну. Так это пока. Половина банки мухи, половина опарыш. Короче, мы ее с собой взяли. Вот эту банку. То есть с мухами проблем нет, да? Да, с мухами у нас проблем нет вообще. Что могу сказать? Немного вам рекламы на сон грядущий наш. Заходите на сайт кемпинг.ру. Смотрите одежду, есть обувь интересная. Ну, это все фирма Баффин. Как бы ссылочка в описании есть. Остальные вещи у нас, в принципе, немало будет для вас и обзорчиков таких, каких-то интересных вещей, которые мы уже тестили, которые еще будем только тестить. Вот. Следите дальше. Будем потихонечку вам давать такую информацию. Ну, как обычно, все это можно будет приобретать со скидочкой по промокоду Герасимша. А, ребят, не пейте кока-колу. Мишаня ее неделю пил, у него мозг насыщался сахаром люто, а сегодня он не пил. И мне кажется, все это вот из-за этого, у него там какая-то эта самая гиперкома случилась. Я ему сейчас два кусочка дал, он хоть разговаривать начал связно. Так вот, кока-колу не пейте, это зло, это очень большое количество сахара, которое, во-первых, оседает на саечках, не усваиваясь, во-вторых, мозг привыкает, и вы становитесь кока-кольным наркоманом, сахарным наркоманом, реально без сахара уже не можете обходиться. Все, спокойной ночи, пока. Спасибо, что ты досмотрел наше видео до конца. Если понравилось, ставь лайк. Также мы хотели бы тебе порекомендовать следующие ролики. Вот это для тебя подобрал YouTube. Вот это наш самый последний новый ролик. И вот это мы рекомендовали бы тебе посмотреть сами. Если ты еще не подписан, обязательно подпишись вот здесь, нажми на кружок. Спасибо. Пока.